素晴らしい。いくら見ても飽きないな。Итак, ладно, ребят, давайте начнем и продолжим проходить Tales of Arise. Привет всем. Надеюсь, слышно, видно нормально. Итак, я тут вне стрима прокачался чуть-чуть, как вы можете заметить. Взял все-таки 54 левел. Хотел 55, но не успел. Но думаю, этого и так будет достаточно. Как минимум, я надеюсь на это. Так что вперед. Так, тут появились диалоги парочку. Давайте их посмотрим. Чего? Еда? これ戦ってる間にズーグルに盗まれたんだぜ。嘘でしょ。何なのこの会話。人ごとみたいに言ってるけど、お前のお気に入りの甘いもんだって根こそぎなくなってんだからな。嘘でしょ。ひどい人の楽しみを。あ、お腹すいた。不思議ね。何もないと知った途端、急に空腹が耐え難くなるなんて。どこまでも奪うのか。許せん。残ったのはこのリンゴが一つだけか。ロウ。なんだよ。そんな目で見たってやらねえぞ。これは俺が拾った。それをよこしなさい。くな。うわあ。うん、今戻りました。あ、って何かあったのですか。うん、根源的充足の欠乏が共同体にとっていかに脅威となりうるか改めて認識した。なるほど、深刻なものだ。はあ、ところでどうして背後に食料袋なんか抱えているのですか。Хм. Так, мы этот ивент видели еще в демо-версии, я помню. Так, ладно. Что у нас с едой? Хорошо. Хотя нет. Возьмем баф на... силу. А то у меня был баф на опыт для фарма. Так, Ринвэ, Лоуки, Сара, Дахалим. Давайте Ринвэ. Лимер, чё-то ханасо. Конна осоку маде нэшин да на. Нани о ёндэрэн да? О, махо ни цуйте но хон. Коно шоу сайго маде ёнджай такте. よくそんな細かい字を眺めてて眠くならないな。全然、むしろ興奮して眠気なんか吹き飛んじゃうくらいだよ。でも読めば読むほどまだまだ私の知らないことがたくさんあるんだって思い知らされて、その度にそのままじゃ悔しいからもっと頑張らなきゃって気になっちゃって。それで夜な夜な焚き火を明かりに勉強か。変わったな。そうかな。初めて出会った頃のこと覚えてるか。まだいろいろ隠してた頃だよね。そんなに違う。ああ、太陽と石ころくらい違うな。石ころって女の子に使う例えじゃないよそれ。悪い。でも変わったって思うのは本当だ。魔法のことだってそんな明けっぴろげじゃなかっただろう。それはそうかも。小さい頃は勉強させられるのが嫌だったし、その後だって魔法は不幸しか呼ばないって思ってたし、うん、魔法そのものへの抵抗感は薄くなった。それは確かかも。結局魔法は力とか知識でしかなくて、それがいいか悪いかは使う人次第。そんな風に思えるようにはなってきたかな。ローに感謝しないとな。え、なんで。いや、
だってきっかけは関係ないから。あいつなんか全然これっぽっちも。さすがにローが聞いたらへこむぞ。だからなんでローがへこむわけ。へこまない方がいいのか。そんな風にムキになれるのも変わった証拠かもな。アルフェンにも魔法をお見舞いしようかな。分かった。これ以上余計なことを言う前に退散する。リンウェルもあまり夜更かししすぎるなよ。もう絶対子供扱いしてるよね。でも不思議と悪い気しない。なんでかな。ふるぅ。Ура! Мы прокачали отношения к Ринвейлу на максимум. Ну, почитать ивенты остальных нам же не дадут, верно? Нужно опять будет пойти там пробегать, чуть-чуть прокачать уровень и тогда. Нет, не дадут. Чион, 少しいいか? Ладно, вперед. Солар, ну да. Еще Кисара и все. Соро-соро, ясмимашо. Сэцуна. Хаос внутри нас объединяет нас. Так, в прошлый раз мы тут достигали до комнаты с боссом. Ну, предположительно, учитывая, что там была метка для восстановления. Привет, Нотентуэй. Ну что ж, вперед. Если все пойдет хорошо и внезапно не окажется, что впереди еще часов 30 игры, то мы пройдем сегодня игру. Так, сразу пробежимся к точке, где остановились в прошлый раз. А, стоять! Чуть не забыл очень важную вещь. Хилки. Так. Так, насчет оружия, к сожалению, я так и не смог найти все нужные материалы. Они, скорее всего, чуть дальше будут, наверное. Их хз. Поэтому самое топовое оружие, увы. Плюс железную трубу я не знаю, где найти. Вот шкура хамелеона еле-еле упала. Одна штука. Так что ладно, и так сойдет. Хотя, блин, статы тут, конечно, хорошие. Надеюсь, по пути нам попадется еще. Салара, это со скидкой. Полный прайс, как я понял, 20 будет. За 3 костюма и битву с Кирито и Асуной. По одному костюму, собственно, на персонаж. Там один для ГГ, для Шион и для Лоу.
Кстати, мы только что прошли мимо летающих, мимо этих, назовем их осами, и собачек. Тут я, собственно, фармил 54-й левел. Туда пошел. Триггеришь их обоих врагов. И валишь там по 7 кап опыта, 6, когда как. Нет, чуваки, на вас не хочу тратить время. Там чуть дальше обязательный бой будет перед сюжетным ивентом. Вроде тоже можно избежать. Да. Ну да, обязательный бой тот тоже можно скипнуть, прав Салат, если сдохнуть. Но учитывая, сколько у нас очков исцеления, это будет долго. Хотя, если киллера убрать, будет вполне быстро. Вот он. И вперед. Блин, спалил не вовремя. Я не могу.
О, шкурка. Так, отлично. Хилимся и вперед. Так, в прошлый раз мы вот здесь остановились. Ну и давайте посмотрим, что нас тут ждет. Что за босс? Вряд ли финальный. Какой-то мини-босс, скорее. Ребят, вам это ничто не напоминает? ヘルガイムキルがダナ人を作り変えて レナ人としてレネギスに住まわせた。とすれば、どこかにその処置を行った場所があったはずだ。ここがそうだというんですか？じゃあ、ここにいるのは皆ダナ人、いや、レナ人なのか？おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。 А, вот и босс. Я уже побеспокоился. Мы уже валили двух похожих боссов. Ну, Салар, не, ну, это само собой. Если бы это был Мара из Персоны, и вообще из серии СМТ, это было бы жопа. Кстати, насчет СМТ. Скоро встретимся. Мара, к счастью, будет пятый. Тогда
Савар, постарайся. Слушайте, походу мы перекачались. Точнее, походу, да, все-таки перекачались. А нет, слушайте, враг 55-го, а мы 54-го. Слушайте, как-то изи вообще. Ладно. Если так пойдет дальше, это будет быстро. Иманоやつは何だったんだ。ここで作られて放棄されたものがそのまま生き延びていたとかでしょうけど、確かめようがないわね。
どうしたんです？いや、ふと鋭ぶりがで誕生したはずの王たちはどうなったのかと思ってね。どういう意味だ？鋭ぶりがで勝者となるのはいずれも強力な精霊術使いだ。そしてさっきの敵には複数の人体を思わせる形状があった。明らかに自然のものではない。あれが勝者の慣れの果て？それがそのままずっと忘れられていたの？あるいはの話だがね。あんなことをどれだけ繰り返してきたんだ。ヘルガイムギルは、レナの精霊がそれをさせたんだ。ただ精霊力を得るだけのために。もう降ってこないよね？そう願いたいな。ああ、この話を聞いたら何とも言えない気分だ。私は可能性を述べただけだ。ズーグルも作られた存在だって話だったけど、ヘルガイムキルならさもありなんて感じだな。ここに来てから出くわしている連中も少し変わっているが、やはりズーグルなのだろうな。もともといた生き物を改造して作られたんだよな。まあ、だがこの有様ではレナの生き物はもはやズーグルしか残ってなさそうだ。レナのフクロウだっていたかもしれないのにね。はあ、так, все, все. Так, случаем тут чекпоинт. Пока что нету. Может, чуть дальше. Соларий, что мы будем с ними делать? Каковы твои предложения? Что они с нами? Если мы их создадим, то они, по идее, должны нам подчиняться, не? Ну да, перспективы, конечно, замечательные. Все еще нет телепорта отсюда в главную зону. Это он и есть. Отличный наш телепорт. А, отлично. Так, можно пойти в лагерь и восстановиться тогда. Так. Да нет, пока что. Ивенты не открылись. Как надеялся. Ример, что-то хорошо.
И вперед. Нас ждут уже. Они в ту сторону. Он еще жив? Все, теперь точно мертв. Но. Новые материалы. По-моему, они как раз нам нужны для топового меча. Нанда коко? Ибара соккури жа нэ ка. Шикамо хана маде. Хонтоу но хана жа най ё. Ано Лена но хана то онажи да то ому. Соре даке сэйрэй ни чиказуита тте кото ка. На, май ни Дана но сэйрэй ва оре тачи но нака ни чоппири зуцу ару тте итте та ё на. Ун. Да кара Лена но сэйрэй митай ни цуёй иши ни нара най нда то ому. Ацумара най кара соу нано ка. そうならないために集まらないのかはわからないけどね。でもだとすると、ダナの意志は自然な形では決して現れることがないのかしら。そういうことになるよな、やっぱり。もし、ダナ中の人たちの思いが一つに向かうようなことがあったら、それはダナの意志ってことになるのかもしれない。操られるのでなしに。みんながみんな同じことを考えるってことか。矛盾してるぜ。ありえないだろ。家庭の話だよ。もしそうなったらって。だが仮にそれができたら、レナの精霊に対抗する手立てを得られたかもしれないな。レナスアルマに封じ込める以外の方法だって見つかったかもか。地表から随分様子が変わったな。それだけレナの深いところに来たのね。ああ。そしていよいよ敵の本体が近いってことだ。なあ、レナスアルマがレナにあるって前提でここまで来たけどよ。その先行っちゃダメだよ、ロー。いやけどよ、もし。ダメだってば。フルー。不安になるのはわかる。だが一番その不安を感じているものが耐えているんだ。
ここまで信じてきたのだ。今さら迷いは抱かない方がいい。それより別の心配をすべきだ。なんだ別のって。精霊だ。ヘブレクトの35を信じるなら、私たちがレナス・アルマを得るには精霊を倒さなければならない。世界一つ分以上の精霊力を飲み込んだ存在が相手だもんね。そうだったな。変な話だけどよ、戦うとかやることがはっきりしてる分、そっちの方が俺は迷わずに済むみたいだ。ありがとな二人とも。床が天井で、天井が床で、目が回りそうだ。なんでこんなことができるんだ。生命すら自在にするヘルガイムキルの技術だ。何ができても驚くには当たるまい。いや、こんなの見たら普通驚くだろ。なら一人くらい違った見方をする者がいた方がよかろう。それにこの年にもなると、感情をそのまま表に出すことにいささかためらいを覚えるようになるものでね。年ってそんな言うほどの年じゃないだろ。Ну, Салар, ну, бывает. Пол меняется. そんなもんかね。でもだったら、あんたの年まで何が何でも生き延びなきゃね。そうだな。私もその時、君の感想を聞くのを楽しみにするとしよう。Да, Матвей. Кстати, весело тут с противниками. Надеюсь, что это что-нибудь полезное. Мешает количество очков исцеления, что тратится на прием. Отлично. Минус 20%. Отличная штука. Да? Не спорю. Минус 20%. Минус 50 было бы и лучше, но и так сойдет. Даренному коню в зубы не смотрит. На том спасибо. やれるぞ。ほは。エンド曲。いい連携だったな。エンド曲といったところか。しびれろ。やるぞ。私が奪うよ。頼りにしてるぜ。やれるぞ。ほは。エンド曲。貴様の。こっちまた。クルス。全然見える。やっと今のすごくいい感じだったね。一人よりもずっと力が出るわ。なんだか嬉しいな。ねえ、ピカピカの敵がいるよ。おーい、よし、ты сохранил очки исцеления。
Ну, ведерос, а что тут такого? Это вроде нормальная цена. Почти 400 евро. Ну да, у нас столько. Ну, лучше пятую взять уже, если честно. Получишь... Получишь устройство на много лет. Плюс все игры намного лучше работают с 4 на 5. Ну, Виктор, как зачем? Чтобы играть, но уж лучше чуть-чуть еще накопить и уже пятую брать. Ну, конечно, ее еще надо найти, пятую, но... Эй! Быстро, Виктор, тоже очень хороший вариант. Ну, видишь, проблема в том, что если тебе японские игры интересны, то там их меньше. Это единственный минус. Астер, это у перекупов, скорее всего. Официальная цена должна быть меньше. 500 евро примерно. У нас, ну у вас там вроде 50 тысяч. Да, господи, чё они такие живучие? Виктор, фу, Виктор, и Ведерос. По-моему, дороже даже. Как 2-3. К сожалению, да. Ой,
Проблема еще в том, что ты ее найди сначала. Ну, ведерос, ну, само собой, ту, которая, ну, хотя бы потянет все на приемлемых настройках. Это надо смотреть, ну, 1060 и выше. Десятая серия, начиная с нее, хотя... Что вообще уже с 20-й начинать сейчас, если что-то брать. Но, к сожалению, выбора особо нет. Если хотя бы что-то найдешь, это уже хорошо. Ну, Астарет уже, да. Ну, и проблема в том, что... Тоже и то, и другое тяжело достать. Ну, у нас как минимум плойку полегче достать. Вот, можно встать в очередь на предзаказы и получишь ее через пару месяцев. А вот с Xbox проблем нет. Слово совсем. Полки полные у нас. И X, и S. Бери, не хочу. Ну, Time to Earth, ну, как бы, да, в этом-то еще большая проблема, насчет плоя. Как бы, те же Xbox, они не так сильны, насколько я вижу. Но плойки, да. Видеокарты, понятно, уходят сразу к майнерам. Точнее, что-то уходит к майнерам, что-то уходит к перекупам, которые потом идет к майнерам. Плойки, да, уходят к перекупам. Пока что, к сожалению. Но вот у нас, как бы, если, так сказать, пойти в магазин сделать предзаказ, то тебя поставят в очередь, и как только пополнится запас, придут что-то. Да, в интересные времена живем. Я вот реально очень беспокоюсь, если что-то случится с моей видюхой, то я в жопе. Потому что я с нее, без нее как смогу стримить нормально? Но Time to Wait, совершенно верно. Как бы. Насчет цены на игры, это как бы только в России, а не есть региональный, к счастью, в Steam. А на Западе как бы, блин, без разницы. Ну, ведерос, у меня 1060. Года 4 назад купал. В 17 году, по-моему. Я не могу.
Народная видеокарта, так сказать. Самая популярная. Судя по статистике Стима. Ну, она меня полностью устраивает, она выполняет все функции, которые мне нужны. Игра норм тянет. Хотя я бы ее обновил, что-то получше. Но не в этом и не в следующем году. Скорее всего. Ну, темп это само собой. БУ видеокарты лучше вообще не трогать, не прикасаться. Потому что там действительно. Как ты пишешь, большинство майнины. Возможно, что-то восстановлено, которое будет, не знаю, там работать. В лучшем случае полгода и сдохнет. Так что да. БУшки не трогать. Сейчас. К сожалению. Салар, я даже не заметил. Ну да, веселые названия. Еще бы тлен. Вообще замечательно было. Так, что у нас тут? Наверняка он и не есть. Ну, может быть. Надо будет посмотреть. Оу, фак. Ичка. Блять, 55-й сейчас мы возьмем. Что у нас тут? Дахалим жрать хочет. Умирает от голода. Блин, и в этом месте, когда мы выйдем из локации, ну, покинем полностью эту локацию, Рену, вернемся обратно, весь все эти кристаллы, весь этот лут респаунится. Так, нижний уровень.
験といこう。自由に限りはあるのか。高い貴様の最終的に褒めろ。油断はしないでおこう。Так, астральный скелет и палач. О. Доку но каску мо тегоай теки бакари де. Оре даке теки ни тотте даижна башо тте кото да ё. Аруи ва какоку на канкё де. Видерос, удачи её найти. Дочь даро то, зенбу яки цуку. А, тут ты. Скептик плач. Не, ну Ведерос, в таком случае лучше тогда возьми четверку. Все. Если ком. Слабый. Слабый. あたりの様子からしてそういうことになるのだろうな。登るほどにレナの精霊力の高まりを感じる。どうしたリンメル、気分でも悪いのか。うん、そうじゃなくて、このあたり少し周りより多めに精霊力が集まってるんだ。レナのってことか。うん、それでダナの意志に触れた時みたいに、もしかしたらレナの意志が何を考えているか分かるんじゃないかって。レナの意志はダナと違って強いのよ。下手に接触して操られてしまう危険はないの。多分大丈夫だと思う。レナの意志はレナのものにしか及ばないはずだし、精霊の考えが分かれば何かつかめるかもしれない。でも万が一のことがあるし、私だけでやってみるね。おい待てよ、そんなまね。リーベル、一つのはずだった世界がってこと。本当の無茶するやつがあるか。本当よ、どうなるかと思ったわ。あ、ごめん。でも少し分かったよ、精霊の考え。うん、気持ちかな。レナの精霊は世界を完成させたがってる。完成ってどういうことだ。何か作りかけだってのか。うん、ダナとレナはね、本当は一つの世界として生まれるはずだったんだ。でもそうならずに二つに分かれてしまってる。それを完成させたいんだよ。一つの世界って何なんだそれ。分からないけど、レナの精霊ははっきりとそう思ってる。ただダナと違って集中するあり方のせいで、それより先に自分が消えてしまいそうになってる。だからそうなる前に自分がダナを吸収することで一つになろうとしている、そういうことか。レナの精霊は怯えてる。でもそれは人間みたいに理屈で考えてるとかじゃなくて、もっと純粋な混じり気のない感情みたいなものだよ。さながら動物のようにか。いや、動物の方がまだ意思疎通が可能かもしれんな。果たして我々を意識ある存在として認識しているかどうかさえ怪しいものだ。だが治水家風の精霊力はどちらの世界にもあるのに、
闇と光はそれぞれレナとダナにしか存在しない事実、そして一連の精霊力搾取の要であるレナス・アルマが6属性であること、いずれもリンウェルの話を裏付けている。イバラも同じなんだろうか。ダナとレナを一つにすること、自分が生き延びること、イバラが精霊の一部なら同じように生き延びる。どうしたの？シオンが死ねばイバラは解放されるはずだった。それなのにイバラはシオンが死なないようにした。理屈から行けば筋が通らない。もしかしてイバラにはただ自分が滅びたくないという思いしかなくて、その強い思いと力が結果として器であるシオンをも生かし続けたんじゃないだろうか。だとしたらイバラに触れた時の痛みはイバラ自身が自分を守ろうとしたためか。それがもし本当なら皮肉な話ね。精霊はただ望むのみ。それを具体的な計画に整えるのはヘルガイム・キルの仕事だったのだろうな。シオン大丈夫、早く片付けてしまいましょう。それにしても世界の状態すら間違ってるって勘弁してほしいぜ。まったく、精霊が求めるあるべき世界の姿、もし最初から世界が一つだったらダナもレナもなくこんな風に戦わずに済んだのかもな。何もかも精霊のただ死にたくないって思いから始まってたなんてな。飢え死にしたくないから食い物を欲しがる。考えてみりゃ何もおかしくなんかないんだよな。レナもダナみたいだったらよかったのに。ヘブレクトの35は言っていたな。ダナとレナで精霊のあり方が違うのだと。一箇所に集まることで強い意志が芽生えたが、その分多くの精霊力を必要として世界を滅ぼしたレナ。集まらずそれゆえ滅びはしなかったものの、強い意志を持つことのなかったダナ。どちらが正しいか私たちの尺度で測れるものでもないのだろうが、どこか人間のありように似ているな。人間の？どういうこと？満ち足りることを知らない者は際限なく貪る。だが何も求めない者はなすところも少ない。レナの精霊も大きくなればなるほどその上はかえって強くなったのかもしれんな。ほどほどが大事、それこそが一番難しいのかもしれないわね。んで、вперед. Так, придется еще одну здесь желе использовать. Хорошо, что закупился как раз. Блин. Пацаны, ну на вас я не хочу сейчас тратиться. Так, надеюсь, тут что-нибудь хорошенькое. Эликсир Омега. Ну,
На финальном боссе это понадобится. В финальном боссе можно пускать в дело все. В инвентаре завалялось. Слышь, вставай. О, он еще обязательно. Ну ладно. Давай, веди раз спокойно. Ну и тебя никто не гонит, сиди. На самом деле. Чувствую еще одного босса впереди. Учитывая знакомый паттерн локации. Обязательный босс. Телепорт. А нет еще. Надеюсь, те два здоровяка, что были у прохода, не обязательно. Так, агония. Нет. А эти у нас что? Ненависть. Окей.
Дайте уже помахаться с финальным боссом. Астральных лолей. Да еще их не хватает. Астральных лососей. Блин, звучит вкусно. Астральных солярей. О, звучит, кстати. What the f... Ничего себе. Я думаю, все понимают, что, наверное, тут будет. Сейчас какие-то боссы. Это Мегамэн. Понятно, там плюшки. Убежать нельзя. А это значит, что мы сделаем? Правильно. Мы сдохнем. Стоп. Что я делаю? Халима надо убрать. Я смотрю, что что-то не так. Ну уже. Вообще-то их можно было бы побить, но очков нет. Тут, слушайте, так не работает. Ладно. Игра хороша, ладно. Я думал, тут получится, как раньше. Музыка. Рейты. Ладно, я хорошо, что сохранился, тогда я понял. Ну. Пойдем за очками исцеления в лагере. Я вот не обратил внимания, в ту комнату можно телепортироваться быстро? А, нет, нельзя. Бля, вот это фигово. Ой, серьезно? Да, серьезно. Вы же понимаете, что это значит, да? Нельзя просто взять и пойти к боссу. Я думал, это типа дополнительный еще челлендж. Ну, хочешь, проходи, хочешь. Нет. Ну, нет, это обязательно. Ладно. Оу, фак.
Ну, Салар, ну, вернуться в смысле телепортом я имел в виду туда-сюда. Это называется, как затянуть игру. Верно? Игра и так достаточно длинная, не обязательно было и это пихать. Можно меня воскресить? Так, ну учитывая, что нам преграждает путь тьма, может только тьму нужно завалить и все. А. Ну, ладно, и так сойдет.
Ну, я все равно сейчас, когда дойду до чекпоинта, вот. Сволочи! Сволочи! Просто сволочи! Зачисть сначала все, если хочешь телепорт. Так, я понимаю, дальше там финальный босс. Я бы броньки взял для остальных. Потому что я понимаю, в других комнатах там броньки просто для остальных персонажей. Ну ладно. Сэтсуна, ты что, это не знал? И завалил всех, прежде чем пойти к телепорту? Сэтсуна даже так. Я подумал вот пойти к этому телепорту, активировать и потом там бежать туда-сюда, туда-сюда. Но игра мне сказала, что не, чувак. Так нельзя. Это было бы слишком легко. Готов.
Какие же эти же говнюки живучие. Ещё все улетели. Так. Ну. А.
Плюс 30 там с копейки, ну плюс-минус. Так, ну все, очки исцеления кончились. Сейчас надо валить и опять проделывать весь путь. Может, не обязательно все расчищать? Нет, обязательно. Ну, что делать? Выбора нет. Придется. Спокойной ночи. О, мы можем с Кисарой закончить линк. Скоси, ханаси о читай. Коно май но кото о кангайте ита. Риу га доу де аре. Тио Харим ва Менансия о Дана то Рена га кёзон суру катачи ни каете курета. Дана, ваташи ва даре мо га соре о канге ште тоузен да то омойконде. Хокору бакари де, фуми катамеру дорёку о окотаттан да. Конна ваташи ни... まだ理想を追う資格はあると思うか俺がどう思うかは関係ない答えはもう出ているんじゃないのか少しばかり虫が良すぎるんじゃないかという気がしてな一度も間違えない奴なんていない肝心なのはその後どう動くかだキサラは自分で気づいたじゃないかそうだな私はもう目をそらさない誰も失わないために最善を尽くすそれにあの人のティオハリムの背中を叩く人間も必要だ二人も後ろを向いていたら目も当てられないからなそうなったら俺たちが背中を叩くさそれにしてもキサラの生き方がミキューダを手本にしているなら彼は本当に立派な男だったんだななんだまだ納得していなかったのか最初からそう言っているのになんなら今日も兄さんのことを話してもいいぞそれはまたの機会にとっておくよ洗濯物を畳んだら私も休むようん、ストップ、это еще не финал? Думал, последний сейчас будет Так. Оу, ребят, 30 косарей подняли. Неплохо, неплохо, неплохо. И все. Но нам нужны еще деньги. Так что мы можем тут продать? Ух. И все. Так, старые броньки. Они не нужны.
Так, ну все. Шкура хамелеона, еще 4 штуки. Нужно этих хамелеонов завалить. А железную трубу хз где достать. Знаете, ребят, что я предлагаю? Забить на остальные комнаты и идти к боссу. Что скажете? Потому что там броньки, ну, не сказать, что прямо большое количество статов дает. Там плюс 30, плюс 25, плюс-минус. Салар, учитывая, что мы видели до сих пор, очень сильно сомневаюсь, что тут есть несколько концовок. Так что нет. Салар, ну это тоже вариант. Вот Сэцуна подскажет, он проходил. У нас 55-й, ну, думаю, мы справимся. Надеюсь. Единственное, что я все-таки спрошу... Сэцуна, ты не в курсе... Какой элемент у финального босса преобладает? Какие кольца лучше взять? А, понятно, все. Отлично. Я так и думал. Ну, надеялся на лучше. Думал, сейчас скажешь, Тима. Я понял, да. Раз все, то да, и тьма будет. Да. Вернулся обратно.
зачитался спора Салара с Лейси. Ну да, вот очень весело пробегать всю эту локацию снова и снова, потому что телепорт заблокирован. Сейчас еще прямая кишка с врагами, которые обязательно вступать в битву. Да, я вижу, обязательно одноразовый. К счастью. Потому что не респаунилось. Степан, а я тут при чем? Ваши проблемы. Так, ладно, перед тем как пойдем дальше, маленький перерыв.